Здравствуйте, товарищ. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня я отреагирую на две песни группы Stray Kids. У них вышел мини-альбом, называется Christmas Evil. Как if, только в конце L. И не как зло, но похоже я на такой намек. А, собственно говоря, вышла заглавка Christmas Evil и вторая Winter Falls, насколько я помню. Я, разумеется, это будут две реакции, просто выложу их, скорее всего, в такой последовательности и смотреть буду подряд. Начнем мы с Christmas Evil. Как всегда, могу только позавидовать пацанам из Stray Kids, которые, по-моему, JYP Entertainment ни в чем не отказывают. Сколько они хотят клипа, столько они выпускают. Реально, практически на каждую песню. Так много этих песен, что я не на все успеваю реагировать. Так что давайте, перед началом реакции, попрошу вас поставить лайк моему видео. Вам это не сложно, а мне это будет очень-очень приятно. И поблагодарю людей, которые меня поддерживают на Патреоне, в особенности Шуру, Тед Купера, Алексея и, например, Светлану Муник. Давайте, 3, 2, 1, поехали! Это, напомню, Christmas Evil, да? Же, да. Наверное, стоило субтитр включить, но ладно, я думаю... О! Ничего еще, на спецэффекты не потратились, ребята. Прям супер пауза была. Хорошие переходы, как всегда, JYP. Между кадрами. Не всегда, но... Пока сплошной рэпчик. Под фоновую стремноватую мелодию. Очень много высоких в этой песне. Даже делаю потише, мне громковато. Да, таким голосом только джингл on the way петь. То есть они взяли рождественские какие-то мелодии и немножко их вплели в свою песню. Окей. Конечно, максимально компьютерное дыхание, снежное. Я еще подумал, какая компьютерная модель, ой, компьютерная, господи, игрушечная машинка, а вот они, игрушечные, настоящие. Это мило. Это просто смешной клип. Из машины вылетают подарки все один с другим. Интересный сегмент. Wow. Отлично, Stray Kids доставили подарок какой-то девочке. И она их запалила. Потрясающе. Девочке, видимо, не очень нравятся подарки, а вот этот понравился. И второй раз нужно посмотреть со словами все-таки. А, песня забавная, не совсем про мою честь.
откровенно. Но для рождественской песни это очень необычно и очень хорошо, потому что обычно рождественские песни, они такие милые, никак не цепляющие вообще ничем. Милашные такие ути-пути, семья, все замечательно. Вообще рождественские песни, которые прям хорошие, на самом деле раз-два общался, на мой взгляд. Я небольшой фанат жанра, мне больше всего Щедрик нравится, в общем-то, чисто из музыкальных вещей, которые Щедрик и... Christmas, ну, вы поняли, короче. Ну, давайте второй. Посмотрим, субтитры я нашел, теперь будет все понятно абсолютно. Поехали. Шокирующие новости. После того, как потерял свой голос... А, голос Санта потерял свой голос после нападения кого? Звуковых монстров. Санта нанял своих замену, а сам лежит в госпитале, в больнице и лечится. Мы с нетерпением ожидаем, если специальная нанятая замена Санты, сможет ли специальная замена Санты распространить радость по всем детям во всем мире. Ну что, готовимся? А? Чё-чё-чё-чё? О, боже. Это неплохо. Вынырнули из какого-то параллельного измерения. Ив. Это рождественский сочельник. Романтика нет. Я переодеться не буду, я просто тупо не успею. Отличный фильтр, я считаю. В смысле, яркое, я ни хрена не вижу. Хе-хе, пока рыпую. Короче, мне кажется, они дисят Рождество, по крайней мере, судя по тем словам, которые я здесь увидел. Джек Фрост идет. Всех поймает. Бегите, бегите. В этот праздник вы все замерзнете до костей. Ничего особенного. Почему все так этого ждут? Christmas Evil. Отлично, они дисят Рождество. Молодцы, пацаны. Рискованный и хаотичный. Не надо мне никаких подарков. Все, вычеркиваю Рождество. Забавные слова. Я жгу не дрова, а свою anxiety. Ну, поняли, короче. Трафик, ой, пробки. Я свое дыхание вижу. Хороший фильтр. Как там было? Мне жаль людей. А, ненавижу людей, которые stick to each other, которые рядом друг с другом, потому что холодно. А мне никто не звонит, только всякий спам валится. Всех ненавижу. Мне больше всего прихорус нравится в этой песне. Сирена, Merry Christmas. Припев не такой впечатляющий, как прихорус, но тоже забавный. Xmas. Крадусь по камину или к камину. Так, что здесь будет говорить девочки? Что здесь будут говорить пацаны из Stray Kids? Ты чё не спишь? Раз, два. Мы Stray Kids. Ты нас знаешь? Вы не Санта. Feliz Navidad. Я чувствую, что зло идет, но Феликс никогда не бывает плохим. Это потрясающе. Я считаю этот кадр и эту фразу нужно сделать, не знаю, лейтмотивом всех Stray Kids. Сегодня особенный день.
никто его не украдет. Меня забирают тени. Давай спою тебе Feliz Navidad. Да. Вот это вот тоже запоминающийся кусок очень. Christmas Eve. И они еще продолжают петь. Готовимся. Видимо, очередной заказ. Это мило, на самом деле. Меня как-то первый раз не сильно впечатлило, а второй раз было повеселее, потому что я слова понимал, и тут слова важны, и то, что они яростно не любят Рождество, и вообще не понимают, чему все радуются. Холодно, скользко, пробки в городе. В принципе, в изрядной степени я с ними согласен. Когда Новый год к нам грядет, во-первых, становится холодно, а я не очень люблю холод. Я в холоде прожил все свои там первые 16 лет в Воркуте, на минуточку, да, где иногда температура доходит до минус 50 или выше. Да-то ж такое бывает, и ветер до миллиона километров в секунду. Нет, на ветер там бывает такой, что люди ненатурально иногда не могут пройти вперед, их ветер сдувает назад. Поэтому там, если сильный ветер и штормовое предупреждение, то лучше из дома не выходить. Во-первых, натурально можешь замерзнуть, и тебя куда-нибудь унесет. Кроме шуток, такое бывает, особенно детей. Вот, так что под Новый год холодно, под Новый год все сходят с ума, психуют, бесятся. Пробки повсюду, такси яростно чудовищно заряжают цены и т.д. и т.п. Полно алкоголиков, пьяниц, тунеядцев. В общем, ничего веселого, с другой стороны, все равно очень мило. Поэтому у них, видите, и даже рождественское настроение присутствует, хоть они его и дисят. И в качестве Санта-Клауса, нашего Деда Мороза они работают. Все ок. Если они и не любят Рождество, они, скорее всего, любят Рождество, просто стебутся. Молодцы, парни. Мне понравилась песня, я ее даже, наверное, местами переслушаю, особенно вот этот последний сегмент и прихорос, он больше всего зашел. Ну и опять же, молодцы, что они сделали нестандартный рождественский клип. У них, возможно, есть в этом альбоме, мини-альбоме, да что ты скрипишь так, зараза, и более стандартная вещь, Winter Falls, мне кажется, это такая более, возможно, романтичная, грустная вещь. Но я про это еще не знаю, я только послушаю, я предполагаю. Вот, все, спасибо, товарищ, напишите, что вы думаете об этом замечательном рождественском клипе, антирождественском клипе, я даже так сказал. И поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, а если вам нравится мой канал, поделитесь этим видео где-нибудь и, не знаю, поддержите меня, например, на Патреоне, как меня поддерживают вот эти люди.